в Москве много таких мест, которые совершенно неожиданны и оформлены очень простенько, а на самом деле очень уютно в них и приятно. Ну вот, например, мы в кафе с Ксюшей сидим, которое оформлено старыми советскими вещами. Если здесь посмотреть, то тут вот стоят старые приемники, висят часы. Всего тут очень дешевые вот такие абажурчики. У нас дома такой был абажурчик. Книжки те, что у нас дома находились. Даже сахарница вот такая домашняя. То есть по существу получается очень простое оформление. И это оформление при этом приятно, очень приятно. Сидишь как будто дома. Вот на той стороне и пластинки есть. Какие, даже вон рога такие, какие были у нас у всех. Самовар, да вообще собрано все, что у нас было дома. И, конечно, уютно здесь и посидеть, и поговорить. Потому что мягкие теплые диванчики, стульчики делаются такие, чтобы надолго хотелось здесь остановиться и поговорить, и пообщаться. Вот так. Такие молодцы.